Сейчас будет такая нарезка звуковая по договоренности с Вадимом или числа о том, что он даст какие-то определенные фрагменты спектра опции будет представлен. Лишнего вы.
Ну и, наверное, пожалуй, последний уже номер, да, Вадим, я правильно понимаю? В общем, какие-то отрывки из обрывков мы сегодня вам представляем. Книга написана в 6 частях, уже 6 томов книги есть, вы представляете, какой-то объем. Разумеется, сценическая драматургия предполагает более компактную форму, и этот процесс сейчас происходит. Очень сложная, задача стояла сложная. Хотелось рассказать обо всем. С одной стороны, год Бродского, год литературы обязывал нас к тому, чтобы похвастаться вот серьезной этой фундаментальной монографией. С другой стороны, вот сейчас все больше вовлечены в процесс создания именно мюзикла, именно фильма. Да? Вот, поэтому будьте, пожалуйста, снисходительны к нам, мы с открытой душой, мы рады слышать ваши добрые слова, рады слышать конструктивную критику. Если вдруг кто-то из сидящих в зале знает, где сидит продюсер с деньгами и хорошими возможностями на Голливуд, или кто знает, где найти хорошего драматурга, который упакует все-таки, пока эти 6 книг не срослись в единый такой компактный продукт, мы находимся в процессе. И, может быть, даже не хватает нам какого-то специалиста, который бы нам поспособствовал в этом. Если есть такие люди, мы будем рады принять от вас помощь, совет, визитки у меня в кармане, подходите, раздаю. А мне остается только Сергею Михайловичу Некрасову сказать огромное спасибо за то, что он принял нас под крышу свою. Замечательное, настоящее, без каких-то там этих формальных речей, разговоров. Просто такое живое общение. Уходить не хочется. Не уходите. Приезжайте еще. Надо сказать, что это
извините за нескромность, беру в себе в заслугу, нам удалось, благодаря Фейсбуку, между прочим, многие хаят интернет, как он плох, как он развращает, портит и прочее. Все, что здесь произошло, благодаря американскому нашему треклятому Фейсбуку, которому низкий поклон, который нас познакомил, свел, который продуцирует последующие контакты. И я думаю, что мы все... Мы еще хорошо поговорили еще... с Германией весной. Так что... Ася, благодаря этому Фейсбуку, спустя 40 лет приехала в Россию. 40 лет она здесь не была. Да. А вот так. Вас ее видели года два назад. Ну, она была в прошлом году первый раз. И вот с этого началось с Фейсбука. Я просто не успел довести до конца мысль. С Фейсбука начиналось это общение и вот этот результат последствий. А так что мы к Фейсбуку надо обращаться за спонсорской помощью. Соцсетям. Спасибо вам большое еще раз за внимание. До встречи. Спасибо большое.